Всем привет! Вы на канале Балетный Синдикат. Меня зовут Андрей, и на этом канале я рассказываю, как жить счастливо, когда ты женат на балерине. Итак, сегодня идет 5-й день наших гастролей, или 6-й, к сожалению, я уже запутался. Мы в городе Уху, сейчас переезжаем на автобусах в город Тяньцзин. Едем на ЖД вокзал в 10.30, в 10.53 отправление поезда, ехать 4 часа. Мы сегодня рано легли спать, хорошо поспали, не выспались, хотя странно, вроде поспали более 3 часов. Сейчас ждем автобусы, которые опаздывают. Как известно из предыдущего влога, у нас, у нашей труппы напряженные отношения с поездами. Мы любим опаздывать и потом ехать вдвое больше на автобусах. Что не успел сказать по вчерашнему дню, к сожалению, были в таком шоковом состоянии, что из-за аномальных холодов, что мыслей особых не было, поэтому все так сумбурно. Что мне нравится в Китае, это их культура мопеда вождения. Ждем отправления поезда. Билетики. Мы сидим в разных вагонах. Билет стоит 6 косарей. Мне кажется, тоже, что будет проще. Давай затянем. Есть специальные отведенные места для того, чтобы набрать воду. Холодную, горячую, руки помыть и туалет двух видов. Туалет обычный, к которому привыкли, в виде унитаза, и туалет с дыркой в полу. Ну, то, что любит. Сели в автобус. Заселились в номер. Даже шкафа нету, блин. Интересно, там шкаф или ванна? Да я уже посмотрел. Борщ. То, о чем мечтает каждая балерина. Тортики, вон они, вот эти тортики. Вышли на какую-то пешеходную улицу, прошли мимо 7-Eleven, Макдака, движемся в сторону Старбакса за кофе. На распутье 7 дорог. Вот и я. Девчата наши. Там Старбакс. Отжали здание в стиле барокко. Проходим мимо до исторической колесницы 20-х веков. Сейчас идем по улице. Нас ведет Татьяна за каким-то вкусным чаем. Ищем и видим Макдак. Вон еще один. Очередная местная достопримечательность. Пингвины вон в окнах. Микки Маусы. Сейчас. Мы ходим уже 2 часа. И ищем Татьянин чай. Пока не находим, но мы полны решимости. Thank you.
Нас сейчас чуть было не задавил мини-автобус. Он на заднем фоне. Было страшно. Таня, меня заставляют непонятно чем заниматься в Макдаке. Издай тот же звук. Я не... Да все, хватит. Я думаю, нужно начать слишком больше. Можно было еще повыше поднять, Мариш. Чтоб прям на всех. Хорошо. Сейчас вот мы были настолько от семейной ссоры. Тань. Стоп. Неплохо. Про накуренную лесу? Да. Ну, нашли вещь хорошую, не так близко, это у меня глаза в кучу будут. Нашли хорошую вещь, там накуренная лиса. Хотим ее подарить 3-летней сестре. Все. Ладно. И цена не имеет никакого значения здесь. Membership now. Андрей, зачем тебе нужна пчела? Ну, не знаю, она такая милая. Хочешь взять? Ходи. Мне не разрешили. Тебе же сказали брать. Это так говорят на камеру. Потом я за это расхлопчусь. У нас сегодня выдался свободный вечерок, поэтому мы с девчатами пошли по магазинам Хим, Зару. Расстраиваться в магазин Apple. Да? Но ничего. Мне говорят, что меня плохо видно. Но главное, чтобы было видно лицо и мой голос. Короче, пока девчата наши гуляют по магазинам, что хочу рассказать насчет сегодняшнего дня. Сегодня был переезд. Был не очень лицеприятный разговор с нашей руководительницей. Ну, такой. Я ей как бы так невзначай сказал, что по технике безопасности нельзя, чтобы чемоданы закрывали проход в автобусе, потому что нам дали 2 маленьких автобуса на большую трубку. Не хватило мест для чемоданов, и мы их, в общем, поклали в салон в проход. Шанхай, Пекин. Шанхай едем. Я никогда не поеду в Китай. Ну, в целом. Вот, в общем, мне она выдает такую фразу, что типа, вот вы, конечно, очень все так хорошо подмечаете, вот что у вас невкусная еда, что у вас какие-то не такие условия на сцене, да, как бы. Вот, ну вот, вот вам, конечно, нужно потерпеть. И я такой, блин, стою, думаю, ты серьезно вообще? Нет? В общем, я был обескуражен, будем называть это так. Ну, просто когда люди не соблюдают свою какую-то, свой регламент участия артистов в гастролях, как бы, почему мы должны терпеть все это дерьмо? Будем называть это так. Просто глядя на то, как наши девочки мерзнут на сцене, мне, ну, просто возникает вопрос, а вот вы все там получили по 2000 рублей за свою работу? Или все-таки, кто сидит повыше, получают 6-значные суммы за наше выступление? Вот мне бы очень хотелось узнать ответ. Кто-то должен ответить. За что ответить? Я не знаю. Ответить за все. Кончай ныть. Иди себя как мужчина. Но, как известно, ответа никто не скажет, хоть и все догадываются. Сегодня не смогли так много поснимать переезд, потому что у нас много людей, и у всех там по 2-3 чемодана, плюс ЖД вокзал, а опять там народу, толпа. Все время мы куда-то опаздываем. У нас чуть не сгорел наш автобус, блин. Мы в него сели, когда выезжали из Охи. И мы сели, поехали. В общем, начало гонять вообще не знаю чем.
хочется надеяться, что на носками, но это не так. Видимо, паленый с цеплением, там, не знаю, или какой-то резиной. В общем, мы остановились, водитель вышел, успел покурить, в общем, ну, все починили, поехали. Потом, ну, такая была суматоха, что вообще не сняли. Потом мы ехали 5 часов на поезде из Ухи в город Тяньцзин. Я сидел в пароходе, и на каждой остановке менялись китайцы на сиденье у окна. То есть я ложился спать, хотя бы пытался на 40-45 минут. Меня они будили, типа, извините, там все, вот мы выходим. Приходили новые, и так повторялось все 5 часов. Вот сколько мы ехали, каждую остановку я хочу спать жутчайше. Потому что все равно режим гастролей дает о себе знать. Режим сбит, режим не восстановлен еще с Петербурга. Мы засыпаем поздно, встаем рано, спим днем. Никак это не исправить пока что. Мы первым делом по приезде в новый город на автобусе. Мы пошли на поиски еды. Естественно, все дороги ведут или к КФС, либо Макдак. Это абсолютно нормально на гастролях, потому что немногие переносят китайскую еду. Это как в этом, во «Властелине колец», когда Сэм говорил Фродо, что не люблю еду чужеземцев, но эти хлебцы ничего. Ну, просто я вот лично не ем китайскую еду особо. Ну, мне не очень она заходит. Махариша там еще кое-как ест, но вот я пока что не достиг того понимания, которое от нас хотят. Мы поэтому идем на поиски еды. В основном это все заканчивается одним. Или бургерс, или макнакетс. В Макдаках, как и у нас, есть электронная система оплаты, где ты все выбираешь наименование, потом покупаешь, и в общем. Но поскольку в Китае только китайский и английский язык, а у нас нету карты, а только нал, поэтому мы выбираем позиции, которые хотим взять, потом фотографируем это все и идем на кассу показывать, что мы заказали. И, в общем, мы сегодня заказали так, пришли на кассу, показали фотографии, и они минут 15, короче, переводили с английского на китайский, и только потом, типа, нам пробивали на своих местах заказы. Просто идут наши русские ребята, я не хочу при них записывать влоги. Не то чтобы я стесняюсь, мне по большому счету наплевать, но просто намного проще, когда тебя никто не понимает рядом и смотрят как на идиота, который ходит и что-то записывает на камеру, когда на тебя смотрят твои русские коллеги, которые понимают, что на самом деле ты за херню не несешь. Немножко как-то не по себе. Я это еще когда только начинал вести нашему каналу, кстати, уже почти 2 года, сменилось 3 раза название. Когда только начинал, мне было очень как-то вообще не по себе снимать на улице в каких-то общественных местах, потому что все равно все люди на тебя смотрят и вообще как-то себя ведут неадекватно. Но ничего, постепенно, со временем к этому привыкаешь. Уже когда долго не снимаешь, тебе кажется странным это. Хотите взять у меня интервью? Да. Нравится вам ходить с женой по магазинам? Я люблю ее ждать из туалетов. Вот что я люблю. Что можно сесть? Та-та-та-та-та, да. Но неинтересно. Ты плохой интервьюер. Я знаю, я учусь. Ты не задаешь вообще никаких вопросов. Сколько стоит минута вашего времени? Ой, ну тут понятие растяжимое.
минута. За сколько вы делаете укладку ваших прекрасных волос? Меньше минуты. Мужчина идет в туалет. Да. В маску. А где моя маска? Я что ли похож на что-то? Да. Мы забрались в камыши. Это, пожалуйста. Ландыши. Оставьте, пожалуйста, это Зубареву. Я не умею говорить некрасивые слова на камеру. Тань, я тоже не особо умею, но иногда приходится. Это когда же? Когда ты очень недоволен, что в каких условиях мы приехали на гастроли. Расскажите, как у вас вчера спектакль прошел? Ой, ну я уже об этом рассказывал. Хотели нам опять сорвать выступление плохими условиями, но мы, как всегда, выступили изумительно, поэтому не смогли. У меня после черного ХДД так немножко прострелило колено. Такой, типа, был момент, когда мне напомнили о себе. Возраст уже дает о себе знать, возраст, да? Возраст. Холод – это что? Я нашел у себя в кармане, Тань. Это что? Это знак. Я не знаю. Деньги. Таня, я... Ты пока? Я у себя открыл копилку из Форт Боярда. Я поставлю потом музло. Таня, нужно находить смешные моменты в обычных вещах. Ну вот, например, пришла Мариша из тайной комнаты. Можешь мне ничего не рассказывать. Я подслушивал. Реально как-то сензуариус ваш. 749 юаней сколько? Примерно 8 кусков плюс-минус. Нормально цена. Вообще нет. Оригинал или не оригинал? Вот в чем вопрос. Это эти в оригинале Nike? Nike. Да. Нашли офигенские чуни. Адибасовские. Это гетры. Это чуни. Гетры. Это гетры. До икр. Тань, это чуни. Чуни, это когда подошва есть. Тебе неловко приходить в магазин? Когда что? Мне неловко приходить, когда на мне надеты не кроссовки, это и... Фирма? Да. Не стыдно? Вот я испытываю неловкость. Маличенька моя. Берем кроссовки с морковкой. Мы в очередной раз пришли. Марише понравились вещи за 15 косарей. Сейчас посмотрим, какие. Давайте обзор на эти кроссовки. Я думаю, там наверху же. Морковка. Морковочка. И пельмешка. Пельмешки. Надо брать. За 15 кусков. А еще бантик. Все, но меня смущает цена. Это единственное, что меня смущает. Сейчас, где? Ну что? Мне нравится, но цена кусается прямо очень. Цена ест морковку. Я бы даже больше взяла. Давай спросим 3. Блин, этот парень нормально, кстати, играет. Сколько у него игрушек? Охренеть. Я тоже хочу. Давай, мы в тебя верим. Я думаю, нужно разменять монеты. Ну что, Тань, давай. Попытка, не пытка. Ну все, это максимальная, Тань. Да.
лучше голубая, она ближе, мне кажется. Да? Да, есть шанс, мне кажется. Есть? Да. Зайчишка, с Богом! Yes, мы поймали зайца! Что происходит? Ну что это за фигня? Короче, произошло что-то непонятное. Мы поймали игрушку, а она, короче, взяла и упала, и все. Мы остались в лохах. Без 45 рублей. Да. Поэтому я больше не буду играть в такие игры. Мне не нравится. Таня нашла магазин Минисо. Мы рвемся к нему. Таня, скорее, веди нас. Минисо. Открытый, Тань, заходи. То, ради чего стоит переходить в Минисо. Не очень понял, для чего это, но у кота нету носа. Очень странные штуки, непонятные. Очередной магнат на торговой улице. Их уже было 3 на 200 метров. Ну все, мы пришли домой. На улице было очень холодно, поэтому не стали много снимать, как мы гуляем. У нас завтра полноценный выходной день. Мы планируем куда-нибудь пойти погулять, что-нибудь покушать. Хотелось бы, у нас нету обеда и ужина. Нам платят 700 рублей, чтобы мы на эти деньги покушали. Все увидите завтра. Надеюсь, вам понравился этот влог. Не забываем прожимать лайки, подписываться на канал. Все дела. До новых встреч. Всем пока.